Мэр округа Сергей Петров вручил благодарности семьям участников СВО. Мероприятие состоялось накануне в конференц-зале городской администрации. Также в рамках встречи два бойца получили медали за храбрость второй степени. Вероника Черник расскажет подробнее. Участники специальной военной операции каждый день, рискуя своей жизнью, отстаивают интересы России. За их мужество, смелость и отвагу командиры войсковых частей в зоне СВО обратились к губернатору региона Игорю Кобзеву и к мэру округа Сергею Петрову с просьбой выразить благодарность семьям мобилизованных ангарчан. Я, конечно, не могу не отметить, с каким мужеством наши ребята выполняют свой долг. Действительно, побывав в расположении наших частей в Луганской области, видел, какой настрой, насколько за год изменилось просто само поведение мужчин, отношение к своей миссии. Матвей Могилевич отправился в зону боевых действий добровольцем год назад. Тогда веселому, но уже серьезными планами на жизнь парню было всего 20 лет. Семья Матвея приняла эту новость со слезами. А сегодня им гордятся не только близкие, но и весь Ангарский округ. Я 2 года поступал в военное училище на офицера. Не получилось. Не поступил из-за баллов ЕГЭ. Потом год просто побыл на гражданке, поработал. Ну и понял, что Родина зовет, надо исполнить свой долг еще раз. Для помощи родным бойцов в Ангарском округе работает штаб. Его сотрудники на связи с супругами и родителями наших военнослужащих. Семьям участников СВО оказывается всесторонняя поддержка. Вероника Черник, Александр Черник. Местное время.